Всем привет! Столкнулся с таким разводняком. Хочу вам рассказать, чтобы вы были тоже в курсе, как не вестись. Но это развод больше для ютуберов, то есть у кого есть свои каналы. То есть не только даже начальные, но хотя может быть и начальные. В общем, фишка была в том. На электронную почту мне приходит, которая указана на канале, приходит мне электронное письмо на английском. Пишет там какой-то VPN сервис, точно не помню, чи Turbo VPN, не Turbo, в общем, какой-то VPN. Типа, мы супер крутая компания, мы разработали супер крутой новый метод и способ VPN, в общем, это аналогов нету в мире, будет самая крутая фишка, мы заполоним весь мир, мы сейчас рекламируемся на всех самых крутых площадках, то есть, ну, в общем, все самое крутое. Типа, и предлагают мне, мы хотели бы разместить рекламу в вашем ролике и платим за это $400. Ну, я, понятное дело, сразу заподозрил, какие $400, кто мне заплатит за рекламу в моем ролике $400. То есть, ну, меня это уже заподозрило очень сильно. Ну, я соглашаюсь, говорю, хорошо. Типа, что надо делать? Они мне скидывают сайт, типа, вот, зайдите на сайт, там, скачайте наше приложение, протестируйте, если все нормально, типа, то будем дальше продолжать работать. Я говорю, без вопросов, скидывают сайт, я захожу, есть приложение, я его не скачиваю, само собой, посмотрел, пишу им, да, говорю, приложение супер, бомба, огонь, в общем, мне нравится, говорю, давайте, я говорю, ваши логотипы, фотографии, тексты, что вы хотите, я говорю, будем клепать рекламу. Она говорит, хорошо, типа, вот мы вам все скинем, типа, и пишу, типа, а скиньте мне ссылку на другие рекламные ролики, ну как у других людей, чтобы я мог понимать с понтом, как типа мне надо это все скомбинировать, как у других, чтобы смотрелось лучше. Они мне, значит, пишут, нет, вот вы сейчас сделайте скриншот с приложения, вот как вы зашли, скачали, сделайте скриншот, скиньте нам, и мы вам предоставим всю информацию. Я говорю, не, говорю, знаете, ребята, говорю, я всякую херню, говорю, неизвестную, не скачиваю. Увижу деньги, будем разговаривать, будем скачивать. Они мне говорят, ой, так вы не хотите заработать, вы не хотите с нами работать. Я говорю, да, не хочу я с вами работать. В общем, понятное дело, что это разводняк. То есть ты качаешь приложение, у тебя все данные, пароли, карточки, туда-сюда, все, что есть на компьютере или на телефоне, так вот, фух, и ушло. Ну, слава богу, я на эту херню не повелся. Сильно подозрительный я в таких делах. Понятно, что будут люди, которые на это все поведутся, что с маленьким каналом тут предлагают $400, ну ничего себе, как же это круто. И всего лишь скачать приложение. Скачал приложение и попал. Я записываю это видео для тех, чтобы были люди все осторожны, кто с этим столкнется, не ведитесь на всякую херню. Бесплатно деньги просто так никто не дает. Если бы мне предложили еще хотя бы $50, может быть еще тогда я не заподозрился. Ну, 400 это сразу разводняк, понятное дело. Ну, так что смотрите аккуратно, не ведитесь на всякую такую ерунду. То есть это те разводы, они всегда были, всегда будут. Всегда относитесь, то есть просят скачать что-то, установить. Лучше не качать. Сначала деньги, вечером стулья, то есть как-то так. Потому что в основном разводило, никогда вам не заплатят даже доллар. Потому что это их не хлеб. И они ничего из своего не отдадут вам. Потому не ведитесь на всякую фигню. Не обращайте, занимайтесь своими делами, и все будет замечательно. В общем, всем пока.